Даже боюсь гладить. Прихожу, а вот сегодня тут такой вот маленький арбузик. И он больше, чем те, которые до этого поотваливались, то есть не завязались. Пожелтели и отвалились. Может, что-то будет. Будет арбузик. Ты хочется свой арбузик? Ну, так. Просто попытаться что-то вырастить. Не обязательно вкусное и большое. Ну, чтобы хоть один был. А то что-то у меня все арбузы эти отваливаются. Ничего не получается. Будет свисать. Вот тут вот будет висеть арбузик. Сеточку подкреплю. Пусть висит. Может, и остальные попрут, а? Может, пойдет дело-то? Пойдут арбузики. Не знаю, посмотрим. Ну, классно, если вот этот вот не отвалится, значит, все будет хорошо. Так, ну, будем следить за жизнью, судьбой вот этого арбузика. Дай бог, чтобы он пошел, пошел, пошел. Еще один арбузик. И вот тут еще полно арбузиков. Вот этот вот обломанный главный стебель. Арбузы, как говорят, растут с главного. Но я пустила вот боковой. Хочу проэкспериментировать и трогать его не буду. Один боковой вот пущу, как он вместо главного, как он будет себя вести. Еще, мне кажется, они чем-то у меня тоже больны, потому что вот какая-то ерунда на них. Что-то непонятное. Да, я с арбузами никогда не имела дела, но что-то мне не нравится. Листья какие-то нездоровые. Надо чем-то обрабатывать. Где же дынька? О, дынька, смотрите, какая дынька. Ну, такая она, правда? Классный бутон. Вообще, конечно, надо, наверное, прищипнуть, как я с тыквами делаю. Когда есть уже 1-2 плода, я прищипываю и все. А тут я что-то как-то вот в растерянности. Пусть пока растут. Может, потом прищипну. Так, что огурцы? Огурцы сейчас я буду подкармливать. Подкормлю их калием. Калием. Огурчики есть. Вот, смотрите. Висят. Это у меня сорт Клавдия Агро F1. Вот он. Такой вот. Правда, почему-то на нем пупырышки вот эти вот более редкие, чем вот здесь вот. Даже вот... А, ну, может быть, если вот такой маленький брать. Похоже. Хрустящие корнишочки для консервирования. Пучковое расположение завязи в узле, стабильно высокую урожайность. Ну, действительно, неплохо, неплохо, я бы сказала. Смотрите, завязи действительно стабильно. Вот они, стабильность. Тут я кое-где уже сняла. И тут тоже стабильность. Вот их я сажала на консервирование. То есть задумка у меня была такая. Снимать именно вот такого размера, вот они, сантиметров 10. А если их много, снимать даже вот такими маленькими. И в баночке, Ну, посмотрим. 10-12 сантиметров. Когда больше, это значит уже переросли. Так, что еще? Сейчас посмотрим. Сетка супер. Хорошо, что я ее натянула. Вообще замечательно. Если бы не сетка, я бы не знаю, что тут делала. Так, это апрельские. Апрельским видно не хватает, да. Калия не хватает. Их много. Тоже хорошо завязываются. Ну, сейчас буду калием поливать, все будет нормально. Потому что вот те листья, которые я показывала, были нормальные, начали опять каемочка желтеть. То есть опять нехватка калия. То есть каждые 3 дня, считай, и калий нужен. Замучишься этого калия им давать. Так, здесь вот эти вот те же Клавдия Агро. У меня растет. У меня их тут много. Кто говорит, зачем тебе столько? Ну, что, пусть растут. Не выбрасывать же, раз выросли. Так.
Ну, вот это хрустящий ломтик. Красивые очень огурчики. Очень красивые. Вот так они заявлены. Хрустящий ломтик. Написано салатный. Не требует опыления. Устойчив к вирусу огуречной мозаики, оливковой пятнистости, толерантен к мучнистой росе и пироноспориозу. Ну, посмотрим. Растут тоже очень хорошо, завязываются тоже замечательно. Правда, очень долго не всходили. Видно, то ли они поздние, что ли, я не знаю. На рассаду 10.05-10.06 посев. Ну, не знаю, очень долго как-то тормозили в росте. Видите, они даже у меня еще самые маленькие. Вот, если все остальные вон уже какие, то эти прям никак не хотели расти. Не хотели. Но ничего, растут. Ну что? А китайский змей. Китайский змей. Ну, что-то как-то вот хвалили его. Я его первый раз, потому что нахвалили, начиталась в интернете отзывов. Ну, что-то, вот, знаете, тина. Вот эта листва, ботва. Посмотрите, какая она большая. А огурцы-то где? Может, еще все в будущем? Может, вот как попрут? Замучаемся собирать. Но пока вот, пока не вижу я их. Может, вот это вот потом все будет огурцами. В общем, посмотрим. Вот такие у меня заросли. Я тут хожу как в джунглях. Но огурцам это нравится, они это любят. Здесь у меня мокро, влажно. Они тоже любят огурцы. Но единственное, что-то им не хватает. Это апрельские. Висят. Вон их сколько висит. Их много. Короче, продавать надо огурцы будет. Сейчас как пойдут, как попрут, буду продавать. И дыни тоже. Сейчас что-нибудь заболеет, и себе не хватит даже позакрывать эти баночки. Ладно, пойдем дальше.